Екатеринбургская таможня стала на днях непреодолимой преградой на пути попытки построить глазки в промышленных объемах. Ресницы. Почти что символ невесомой легкости, а чей очарование и безотказный предмет для украшения любой красавицы сбились в такую многочисленную стаю, что потянули аж на 4 килограмма, и их коллективный взмах, наверное, сумел бы оторвать от земли, например, Луну. Правда, если честно, то в оптовой партии товара, который из российского штата Гоа в Индии пыталась ввести через аэропорт Кольцова жительница Самары, кроме самих ресничек для наращивания томного взгляда, были еще и вспомогательные средства, клей, патчи, щеточки и тому подобное. И вот этой всей приземлившейся у нас неземной красоте таможенники прописали тормозов. Не убедили их даже отмазки ресницеводки, мол, это я не для себя, подруга попросила, она у меня знатная ресницеводка. В принципе, таможенники и не пытались спорить, что все это глазкостроение предназначено для бизнеса на женской красоте. Только такие сугубо коммерческие вбросы нужно и оформлять соответствующим образом, а не вести на халявку. В общем, говорят, за державу нам обидно, и никакой Аристарх не спасет от административного наказания за попытку почти что контрабанды. Впрочем, если не повзлетать, то хотя бы похлопать теми ресницами самарские дамы все же сумеют. После исполнения административного наказания таможня даст добро и позволит все 4 килограмма красоты ввести, задекларировав их, как положено по закону.